Смотрите, вышла в магазин. Вот получается, вот наш двор. И этот за мной идет. Я его во дворе обычно оставляю. Он увидел, что я ушла. Вот. Куда ты идешь, Кузька? Иди домой. Я сейчас приду. Иди домой. Кузька, иди домой. Иди домой. Иди. 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 Иди домой. Иди. Я его тут оставляю, получается, и ухожу. Все, лежи. Я сейчас приду. Сейчас посмотрим, придет он за мной или нет. Нету. Вот, получается, вот это белое здание, это магазин там за углом. Надеюсь, не пойдет. Вот, получается, мне вот туда там главный вход с той стороны. Ну что, нету его. Вроде как нету. Будем надеяться, что не пойдет. Он по запаху, наверное, слышит. Или как, не знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Котики что же по запаху? Вон он за угла уже. Блин, ну я вообще в шоке. За угла, видите, стоит. Офигеть. Главное, высунулся. Блин. Сейчас спрячусь, посмотрю, пойдет он или нет. Не стоит. А, он за такошкой черной наблюдает. Это тоже с нашего двора. Дяденька поляк с первого этажа подкармливает у нас во дворе три кошки. Вот черненькая. Потом рябая такая есть. Еще какая-то, не помню. И вот получается, наш котик за ними гоняется. Блин, надеюсь, он не убежит за ней, он обычно. Ну давай, иди во двор. Сейчас посмотрим, пойдет он за ней. Вот видите, вон его тело еще вот возле трубы. Блин, я просто боюсь ходить в магазин, он может выбежать через дорогу. Вот смотрит. Вот видите, он через дорогу идет, там может заблудиться. Соседям перейти. Блин. Надо идти загонять домой. Кузя. Кузя, иди домой. Псик домой. Псик. Псик сказала домой. Псик. Иди.
Иди домой, сказала. Сиди тут. То попытка номер 3 уже у нас. Посмотрим, сидит. Ну, вроде бы сидит. Что, пошли мы опять в магазин. Надо быстренько уйти, чтобы он меня не заметил, если выйдет из-за угла. Ну что, вроде как нету. Пойду я быстренько в магазин. Буду с магазинов идти. Включу тоже камеру. Посмотрим, где он будет сидеть. Ну все, смотрите, я вышла с магазина вон там. Идем домой. Сейчас посмотрим, где мой кот. Минске вообще мы его на улицу не выпускали. Только с переездом в Польшу начали гулять. Вон та черная кошечка, кстати, побежала. Вон вдалеке, он за ней сегодня тоже побежал. И за кусты туда, за поворот добежал. Я его искала. И только по ней, что она черная, я издалека ее увидела. И поняла, что Кузя там. Вот, просто вот с этого места, за поворота я его позвала. И он из-за того угла меня услышал. И выбежал. Ну все, с Богом. Идем смотреть, где мой кот. Кузька. Кузька. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. А кота нету. Кузик. Обычно под машинами сидит. Но походу его нет. Кузька. Блин, капец. Неужели он за ней опять побежал куда-то? Блин. Ой, это вообще этот самовыгул. Да хуже некуда. А, нет, вот он сидит. Кузенька, что там сидишь? Кузька, кс-кс-кс-кс. Вон под машину. Кузик. Кс-кс-кс-кс. Выходи.